Расторжение договора – не выход из ситуации. Управляющая компания «Римжилстрой», которая обслуживает дом 1131, предпочла сбросить с баланса проблемную многоэтажку. Такое уведомление получили собственники квартир. В свое время жильцы дома выразили сомнение, что качество оказываемых им услуг соответствует цифрам в расчетках, и попытались разобраться, куда уходят их деньги. В ответ на такой демарш потребителей коммунальщики решили отказаться от дома, тем более, что совокупный долг жильцов достиг внушительных размеров. Дом имеет уже года два долг, где-то 700 тысяч, и долг не уменьшается. Далее, в общем-то, отношение к управляющей компании никакое. Каждую неделю по 10-15 писем требую. И когда все ведутся разъяснительные работы, на эти, так сказать, письменные наши ответы, реакции никакой нет, собрание не собирается. Тема проблемного дома сегодня стала предметом обсуждения на совещании хозяйственных руководителей в мэрии. Василий Шахразиев поручил главе центрального района и заместителю руководителя исполкома найти выход из ситуации, соблюдая закон и интересы жильцов. В то же время сами собственники квартиры сообщают, что коммунальщики уже приостановили обслуживание их дома и прилегающей территории. Жители теперь намерены обратиться в суд. Ситуацию до таких пределов можно было бы и не доводить, заявил мэр в адрес руководства «Ремжилстроя». Надо идти на месте и разбираться с этими претензиями. Не согласен? Возражай. Возражаешь? Предлагай. Предлагаешь? Исполняй.